На выборы, как на праздник, с утра тысячи жителей Самары и области направились к избирательным участкам. Люди понимают, что прийти на выборы значит понимать персональную ответственность за то, что происходит в стране и в регионе. Это прежде всего культура выборов. Зависит все от этого. Очень важно, все это зависит от нашего правительства, какая будет жизнь у нас, какая жизнь будет у наших детей, какие дворы, где мы будем гулять, где мы будем играть и вообще какая жизнь у нас будет. Выборы, это естественно, это всегда принимает участие, необходимо. Я думаю, это очень важно. Нужен нам свой губернатор. По данным на полдень, инцидентов и серьезных нарушений не было. Все данные обрабатываются в режиме онлайн. Глава региона Дмитрий Азаров проголосовал в начале 12-го на своем избирательном участке номер 2918. Он расположен в здании 132-й Самарской школы, той самой, где он учился в детские годы. Каков выбор? Тайное дело каждого. Главное – участие. Успел утром побывать на воскресной службе в храме и приехал в хорошем, благостном настроении на избирательный участок. Рад, что здесь все очень четко организовано, успел поговорить с наблюдателями, никаких нареканий нету к работе комиссии, и вижу, что люди приходят сегодня на избирательные участки тоже в хорошем очень настроении. И люди на волне тех праздничных мероприятий, которые прошли вчера, которые проходят сегодня, идут голосовать, идут всей семьей, и я думаю, эта праздничная атмосфера очень важна для выборного дня. Глава региона также принял участие в рейтинговом голосовании по проекту «Твой конструктор двора», отметив, что хотел бы, чтобы грант на благоустройство получил его родной двор. Олег Зверев, Константин Головин, «События».